Не меньше 10-15 лет понадобится мэрии, чтобы завершить программу реновации Москвы. Об этом заявил сегодня Сергей Собянин. Причем начать проект могут уже в этом году в экспериментальном режиме. У города есть несколько построенных домов, куда и переселят людей из сносимых пятиэтажек. На этой неделе столичные власти опубликовали список хрущевок, которые предварительно попали в программу реновации. Всего около 4500 домов. Но в окончательный вариант войдут лишь те пятиэтажки, где большинство жителей выступят за реновацию. Голосование пройдет с 15 мая по 15 июня.